Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 17, упражнение номер 25. Прочитайте, спишите загадку, подчеркните в словах изученной орфограммы. Моря есть, плавать нельзя. Дороги есть, ехать нельзя. Земля есть, пахать нельзя. Что это? Это карта. Запишем эту загадку. Моря есть, плавать нельзя. Точка. Дороги есть, ехать нельзя. Земля есть, тире, пахать нельзя. Что это? Знак вопроса. Подчеркнем изученные орфограммы. Моря. Бездарное гласное, проверочное слово море. Есть мягкий знак для обозначения мягкости. Плавать. Мягкий знак для обозначения мягкости. Нельзя. Мягкий знак для обозначения мягкости. Дороги. Бездарное гласное О. Не проверяем ударением. Ехать. Мягкий знак для обозначения мягкости. Нельзя. Мягкий знак для обозначения мягкости. Земля. Бездарное гласное Е. Проверочное слово земли. Есть. Мягкий знак для обозначения мягкости. Пахать. Бездарное гласное А. Проверочное слово пашет. И мягкий знак для обозначения мягкости. В слове пахать и в слове нельзя. В каких словах загадки все согласные звуки только звонкие? Только звонкие звуки. В слове «моря», в слове «нельзя», в слове «дороги», в слове «земля». А в каких только глухие? Только глухие в слове «есть», в слове «ехать», в слове «пахать». Произнесите согласные звуки в этих словах. Моря. М-р. Есть. С-ть. Плавать. Нельзя. Н-ль-зя. Дороги. Д-р-г. Ехать. Х-ть. Земля. З-м-ль. Пахать. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.